Скоро снегом засыпет на Урале. Что мне нравится, не оставляет липкости. Фрукт очень вкусный. Что треснули ручки. Очень жаль. Всем привет! Мы сегодня в магазине «Светофор», город Каменск-Уральский, поселок Мартеж. Очень рада видеть вас на нашем канале. Сегодня столько новинок. Народу много в «Светофоре». Все равно народ любит «Светофор». Удобнее устраивайтесь и давайте смотреть новинки. Скоро снегом засыпет на Урале. Пригодится вот такая лопата зимняя. Размер 500 на 380. Оцинкованная планка. Деревянный черенок. V-образная ручка. Цена 149 рублей. В посудном отделе тоже новинки привезли. Набор стопок. Очень даже симпатичная. Из натрия кальция силикатного стекла. Производитель Гусь Хрустальный. Владимирская область. В наборе 6 штук. По 50 мл каждый. 58 рублей цена. Крем для рук. Тройное действие. Основной уход от бренда «Чистая линия». Нежно ухаживает за кожей, быстро впитывается и не оставляет липкости. Что мне нравится, не оставляет липкости. Цена такого крема за 250 мл 99,50. Производитель «Россия». Розовое наслаждение. Мягкое бережное очищение, гель для душа. Цена 30 рублей за 500 мл. Ну, в принципе, неплохая цена. Производитель «Россия», город Ижевск. Кто пробовал такой гель или нет? Новые расцветочки комплекта постельного белья «Эдем». Размер 1,5-спальный. Пододеяльник 215 на 143. Простыня 214 на 150. И две штуки наволочки 70 на 70. Цена 494 рубля. Изготовитель — швейная фабрика «Уютный дом», город Москва. Состав 100% полиэстер. Все время подвозят новый товар. Только что освободили место. Сейчас будут переставлять что-то. А мы смотрим дальше. Салатник. Большой, красивый салатник. 27 сантиметров диаметр. Вот такой орнамент листиками по краю. Из натрия кальция силикатного стекла, упрочненного. Эта посуда отличается высоким качеством и недорогой ценой. Фирма «Паша-Бахче». Объем 2 литра, цена 78 рублей. Симпатичный, не очень тяжелый. Мне понравился такой салатник. А вот эти кружечки очень тяжелые. Материал — стекло. Изготовитель — Гусь Хрустальный, Владимирская область. Ручка очень удобная. Хоть я и люблю прозрачную посуду, прозрачные кружки, мне очень нравится, когда в них видно, что налито, какого цвета чай или кофе. Но вот именно это мне не понравилось. Очень тяжелая. И самое главное, мне не понравилось, что ее нельзя мыть в посудомоечной машине. Цена такой кружки для чая 350 мл, 40 рублей 50 копеек. Вот посмотрите, какая новиночка в «Светофоре» появилась. И название — носки «Уги». Легкие, верх связанный, внутри искусственный мех. Так руке приятно, тепло, но они какие-то очень плоские, и мне кажется, ноге там будет узковато. Подошва выглядит вот так. Так выглядят тапочки «Утги». Так выглядит симпатично. Расцветки самые разнообразные. И размеры разные. Цена таких тапочек 189,50. А в ценнике название — носки «Уги», вязаные. Вот еще новинка — шапочки вязаные. Такие помпоны шикарные. Шапочки двойные. Внутри такая утепленная подкладка. Так, кто изготовитель? Шапка вязаная женская. Шерсть 85% акрил. Цена 253 рубля.
производитель ИП Чотчаев. Черного цвета. Имеется еще вот такое украшение. Вот такая мне больше всего понравилась. И вязка понравилась. И цвет очень приятный. И небольшое такое добавление. Есть вот с отворотиком. Тоже хорошая. Вязка симпатичная. Разнообразная. Приходите, меряйте. Продажа по-прежнему чайник электрический. Стекло 1,8 литра. Цена 585,90. Производитель Китай. Термопот 2,5 литра. Очень удобный объем термопота. Цена 1048 рублей. Производитель Китай. Ящик овощной. Размер 600 на 400 на 200. Черного цвета. 151,50. Россия. Я уже показывала такой ящик. Очень удобный ящик для хранения овощей. Не тяжелый. И размер такой самый подходящий. Бреф Сила Актив. Бреф с концентрированным центром. Первое – гигиена. Второе – защита от известкового налета. Третье – свежесть. Четвертое – пена. Три блока по 4 шарика в каждом. Цена 134 рубля. Чистящий порошок «Бархат». Пемоксоль, лимон, 400 грамм, 17,90. Нормальный порошок, я таким чистила. Сорти, тоже хороший порошок. Мягкая сила, интенсив, комплекс лимон. Сухое чистящее средство, 400 грамм, 19 рублей. Ферри, 1 литр. Ферри для мытья посуды. Цена 83,50. Вот мне очень нравится такой чистящий крем, универсальный. Чистит до блеска и не царапает. Активно борется с пригоревшим жиром, известковым налетом, трудновыводимыми загрязнениями. 500 мл. Цена 35,40. Посмотрите, какая сегодня новиночка. Помело. 88 рублей 90 копеек. Производитель Узбекистан. Я пробовала. Фрукт очень вкусный. Напоминает он грейпфрукт. Только большой, сочный. Еще сегодня в продаже. Дыня. 27,50. Казахстан. Какие огромные дыни. Сейчас послушаем запах. Не пахнут. Не пахнут. Так, картофель. Что-то неприглядный. Цены нет. Виноград. 62,90. Узбекистан. Ну, виноград вроде неплохой с виду. Может, он и не совсем вкусный. Но недорогой. Хорошо разбирает вот такую тушенку. Говядина тушеная. Многие ее уже распознали. Многие берут по несколько штук. Всем рекомендую. Сами мы ее тоже очень любим. Высшее качество. ГОСТ. Говядина тушеная. Сохраняем традиции. Консервы мясные, московские. Мясо тушеное. Состав говядина, жир, лук, соль. Лавровый лист. И больше тут ничего нет лишнего, ненужного. Цена такой говядины 325 грамм, 84,50. А вот капуста ужасная. Себе бы взяла вилочек с удовольствием, но что-то такое неприглядное. Наверное, хорошие уже все разобрали. Посмотрим цену. 16 рублей. Производитель Россия. Ну, не сказать, что уж очень дешевая цена. Но вид последних вилочков безобразный. Таз овальный. 92 рубля. 18 литров. Что про него хочу сказать? В отзывах два человека написали, что треснули ручки. Очень жаль.
положим на место. Вот этот таз более прочный. 18 литров, 88,90. Вот этот вот более прочный таз. Ой, даже достать не могу, как тяжело. Ведра. Ведро 10 литров, дачное. 57,50. Цена не меняется уже. Сколько времени продают эти ведра, цена та же. Что у нас сегодня в холодильном отделении? Давайте скорее смотреть. Так, селедка всевозможная. Сельдь пряного посола. Тихоокеанская, кусочки солевой заливки. 550, 83, 50. Так, тут у нас что? Золотая рыбка, сельдь под водочку. Ну, батюшки, как только не завлекут народ под водочку. Так, 520 грамм, 101 рубль. Это золотая рыбка. Сельдь филе в солевой заливке. Тихоокеанская, слабое соление, Матье, 500 грамм, 88 рублей. Большими кусками. И сельдь тихоокеанская, кусочки буксусно-масляной заливки. 500 грамм, 84,50. Челябинский завод рыбопереработки. Спаржа с морковью по-корейски. 300 грамм, 85,50. Мне сказали в комментариях, что это очень вкусная спаржа с морковью по-корейски. Наверное, мы ее возьмем попробовать тоже. И в автомобильном отделе появилась вот такая новиночка для автолюбителей. Щетка для снега со скребком, большая, 59 сантиметров. Цена 71 рубль. Щетина такая средней жесткости. Скребок мне понравился. Средней жесткости тоже. Вот такая ручка. Рядом щетка стеклоочистителя бескаркасная. 79,50. Аэродинамичный спойлер 600 миллиметров. Крючок, носок. Подходит для 97% автомобилей. Значки солнце, дождь и снег. Видео надо заканчивать. Всем добра и мира. Денег в кошельке и качественных товаров в корзине. Берегите свое здоровье, друзья. До новых видео. Пока-пока.